Ну, спит ребенок, не трогает, старается. Я вот тут вообще соло раньше смотрел бои. Там еще как у него два боя. Нет, тут кто-то есть мальчик. Все на конце. Почти проиграл. Честно, не вся была. Смотри. Нет, там который чуть-чуть выступает, это мальчик. Если хоть чуть-чуть. Это девочка. Это мальчик? Это уже не мальчик, да. Это мальчик. Это мальчик. Мальчик! Мальчик. Это кот. Это мальчик. Это мальчик. Знаете, как это? Вроде как мальчик. Так, а это кто у нас? Будет. Вот мальчик. И кто-то. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот. Это девушка. Девочка. В общем, тут только два мальчика. Это девочка. Мне кажется, это девочка. Мне кажется, это девочка. Нет, девушка. А похоже, кстати. Нет, будет. Мне кажется, вот два мальчика. Вот мальчик, кто-то из них мальчик. Остальные все точно девочки. Это сколько вообще? Семь, да? Или шесть? Шесть, да? Так, не очень мурчащий пацан черно-белый. Это пацан разве? Да. Это? Да. Это пацан. Это пацан разве? А, да, ладно. Обнаружила же. Я думала, это девочка. Нет, это пацан. Очень мурчащий. Очень мурчащий пацан такой. Вот пацан и... Какой ты из этих? Не ступу там. Вот это вот. Да. Да, вот. Да, пацана, вот. Где пацаны? Он чуть-чуть желтоватый. Да, вот. Это братья сестры, пожалуйста. У них пузики. Да. Ну они тут все братья и сестры. А, да? Ему было помято. Ему просто одиноко. Наверное, не будешь. Я нашел веселую игру. Зажимые котята? Да. Слушай, а тут...